Самый романтичный день в году традиционно сближает людей и заставляет улыбаться. Вторая неделя февраля заканчивается Днем Святого Валентина. Любопытно, что в 2015-м ему предшествует пятница 13-е. Как отмечают День влюбленных в столице региона, расскажет Олеся Иванова. Последний рабочий день недели – подарок для суеверных. Пятница 13-е – накануне Дня всех влюбленных. Пока одни, возможно, только готовятся символично предложить руку и сердце, другие, не поддавшись фатализму, завязывают красивый бант уз гименея. Некоторые люди считают, что в пятнице 13-го нет ничего мистического. И многие даже считают этот день для себя самым счастливым днем. И поэтому желающих много зарегистрировать в этот день брак. Подтверждая слова повелителя актов гражданского состояния, Олег Петров уверенно ведет невесту в зал торжественной регистрации браков. Выслушав наставления о любви, верности и взаимопонимании, оставив свои подписи, влюбленные готовы услышать самые важные слова в их без пяти секунд уже семейной жизни. Сегодня, 13 февраля 2015 года, в Архангельском отделе ЗАГС брак между вами зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Теперь у Читы Петровых День влюбленных будет двойным, и начинаться будет годовщиной свадьбы. Вообще пятница 13 для меня, и не только пятница, а вообще число 13 является счастливым числом. И то, что пятница 13, наоборот, это какой-то плюс и знак. Для некоторых символом счастья в любви становится собственная фамилия. Я вот это время как раз помню, после того, как она узнала, что у меня фамилия возлюбленной, ну, двери, я думаю, сразу распахнулись. Вот, ну, такая фамилия сильная в этом отношении. Вот в отношении отношений и все, что касается вот любви, скажем, взаимопонимания. День влюбленных удачно выпал на выходные, открыв дорогу фантазии и воображению. Время для того, чтобы придумать оригинальное поздравление, необычный подарок, подобрать нужные слова, все еще есть. В эфире нашего телеканала тоже нашлось место словам любви. Я хочу признаться в любви своему любимому мальчику, которого я очень сильно люблю. Леша, я люблю тебя. Я хочу признаться в любви своему любимому мужу Сергею. Я тебя очень, зайка, люблю и всегда буду любить. Стоит отметить, что в сам Валентинов день в Архангельске появится больше 30 новых семей. Идея увековечить любовь в штампе на 14-й странице паспорта становится популярнее с каждым годом. Говорят, что для любви не нужен особенный повод. Маги обладают не только числа, но и слова. Есть даже целая теория, что словосочетание «я люблю тебя» имеет благотворное влияние на организм как говорящего, так и слушающего. Поэтому советуем произносить эти слова как можно чаще. С любовью, Олеся Иванова, Алексей Малаковский, Михаил Шокур, Новости 24, Архангельск.